Всем доброго времени суток! В этом ролике я расскажу, как можно уберечь ваш велосипед от царапин. Самое главное, что это недорого, и данные приспособления не испортят внешний вид вашего велосипеда, а даже наоборот немножко его приукрасят. Итак, поехали! Со временем, как бы мы ни старались уберечь наш велосипед от царапин, потертостей, сколов и так далее, все равно они будут появляться и от этого никуда не деться. Самые уязвимые места – это заднее перо, шатуны, тормозные ручки и места соприкосновения рамы с рубашками тросиков. Специально для таких мест товарищи-китайцы делают велотовары, которые способны защитить именно такие места. Начну, пожалуй, с заднего пера. Для него есть специальная защита, которая крепится на заднем пере на липучках. Она защищает наше перо от ударов цепи. То есть она принимает весь удар на себя, и таким образом на заднем пере не появляются царапины и сколы. Она есть в двух вариантах, есть пластиковая и из неопрена. Значит, также есть защита для шатунов. Это специальные силиконовые чехлы, которые защищают, если вы нечаянно ударитесь о бордюр и так далее. У меня уже было такое несколько раз, я ударялся, и слава богу, что они стояли у меня, эти чехольчики. И поэтому шатунам ничего, конечно же, не было. Также есть защита для тормозных ручек, тоже она сделана из силикона. Это такие специальные тоже чехольчики, которые одеваются на тормозную ручку и предотвращают, если вы нечаянно ударили о стенку, о что-нибудь еще. Есть специальные силиконовые, скажем так, чехольчики для рубашек-тросиков. Они крепятся непосредственно на саму рубашку и таким образом тоже защищают нашу раму от потертостей. А также есть наклейки для таких целей. Они клеятся на раму велосипеда в тех местах, где рама соприкасается с рубашками. Вот таким образом можно защитить нашу раму от потертостей. Чтобы тросики не соприкасались друг с другом, существуют такие как бы пластиковые, в общем, пластиковые клипсы. Они скрепляют два тросика, и таким образом они друг с другом не соприкасаются. Хочу сказать насчет подседельного штыря. Для него тоже есть специальное силиконовое колечко, которое предотвращает попадание пыли или влаги в подседельную трубу. На этом у меня, пожалуй, все, наверное. Все ссылочки на товары будут в описании. Стоят эти все приспособления просто копейки, где-то в пределах 50-60 рублей, но отлично защищают ваш велосипед. Сейчас я покажу, как это все у меня установлено на моем велосипеде. А на этом у меня все, я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если данное видео вам понравилось. Все, всем добра и удачи, всем пока!